Французская бандюэль оказалась в центре скандала, связанного с отправкой консервов российским солдатам. К подарку была приложена открытка с пожеланием скорейшей победы и подписанная директором дочерней компании Бандюэль в РФ Екатериной Елисеевой. В соцсетях призывают к бойкоту компании. Детали. Скандал начался с публикации снимков в соцсетях. Французская телекомпания ТФ1 отследила первоисточник публикации, это был аккаунт Ярцева Лайф в ВК. Ярцево. Город Смоленской области. Сейчас публикация удалена, как и весь аккаунт, однако в соцсетях есть ее скриншоты. Интернет помнит все. Обнаружить саму публикацию в архиве удаленного аккаунта нам не удалось, однако в кэше все еще можно найти перепосты этой записи другими аккаунтами. Из них следует, что пост был опубликован 30 декабря днем. Тем не менее, в соцсетях распространяются призывы к бойкоту Бандюэль. Сама компания отрицает свою причастность к отправке продуктов российским солдатам. Компания утверждает, что они участвовали в акции «Корзина добра» и, вероятно, так продукты могли попасть к солдатам. То, что глава Бандюэль Евразии Екатерина Елисеева подписала открытую с пожеланиями победы, компания просто отрицает, называя это абсолютным фейком. Ой, как удобно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.